Здравствуйте. В Турции произошел сильный ураган. Один человек погиб, 44 ранены. Мощный ураган прошел в районе Пазарджик, в провинции Кахраман-Мараш, который больше других пострадал от недавнего землетрясения. В результате один человек погиб, 44 пострадали, 8 раненых находятся в тяжелом состоянии. Очевидцы стихии рассказывают, что ураган поднимал палатки для временно проживающих в воздух, переворачивал крупные контейнеры, опрокидывал автомобили. Люди были в панике и пытались найти укрытие. Было уничтожено 170 палаток, в которых временно проживали люди, пострадавшие от землетрясения. На некоторых многоквартирных жилых домах, расположенных рядом с лагерем, ветер сорвал крыши. Местные власти предпринимают экстренные меры для восстановления палаточного лагеря. Напомним, в результате землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, погибли не менее 50 тысяч человек. Два мощных землетрясения магнитудой более 7 произошли в Пазарджике, провинции Кахраман-Мараш. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше новостей о Турции, вы можете подписаться на наш канал. Также вы можете поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. До новых встреч!